Да нас с вами захустим. Работаете в таком месте, где, ну, скажем так, с наукой вы не соприкасаетесь, она вам и не нужна, но соприкасаетесь со всеми людьми, которые в институте работают. Мы пригласили нашего коллегу, мистер Лю. Спала. Я спала не с иностранцем, а с физиком. Ну, посмотри на меня.